каждый мастер надеется, что его украшение принесет удачу. А я вас сегодня познакомлю с дизайнером, мастером, который не просто надеется, а точно знает, что его украшения заряжены на удачу. Дизайнер украшений Анна Табякова вроде кусачками орудует и бусины нанизывает, как все мастера. Только у других получаются браслеты и колье, а у Анны – обереги. Мы изготавливаем их по нумерологии. То есть к нам человек обращается с определенным запросом. Это запрос может быть на что угодно – на финансы, на удачу, на карьеру, на любовь, на зачатие. Вы же видите, Анна очень современная девушка. И поверьте, никаких снадобий в полнолуние не варит. Просто в паре с нумерологом Юлией Степановой они создают украшения индивидуально. По дате рождения, имени, знаку зодиака. Каждая буковка, каждая циферка преобразовывается, считается и выясняется, какие камни человеку подходят. Давно замечено, что натуральные камни имеют силу и свое предназначение. Розовый кварц на женственность, на благополучие, на любовь. Цитрин, например, это финансовый камень, у нас он очень популярный. Аметист тоже для финансов и хороший оберег. Анна, сама попав в непростую ситуацию пару лет назад, обратилась за помощью, а потом поняла, что нумерология работает. У нас родилась такая идея создать Magic Stone, то есть магический камень, соединить с нумерологией, так как она помогает, да, это уже проверено на личном опыте, и мое творчество. А теперь, собственно, о творчестве. Когда вдохновение приходит, полет фантазии, то есть оно там может быть, я не знаю, там, я за рулем, или, допустим, там, есть готовлю, что-то вот оно, раз, оно приходит так. Но когда клиент обращается, конечно же, я открываю его страничку, то есть мы работаем уже через Инстаграм, я пролистываю его профиль, то есть насмотренность уже есть, вот, и примерно представляю, понимаю образ человека. Вот так и соединяются реалии современной жизни, интернет, например, и древние традиции создания амулетов. Одни из любимых Анны – браслеты. Они изготавливаются на ювелирной резинке полностью из камней. Вот. Почему? Потому что это самый такой, это прям оберег. То есть на запрос обращаются люди. И, кстати, составлять его тоже не очень просто, потому что человеку может подходить 4 вида камней, а они по цветовой гамме могут не сочетаться, то есть и там придумываешь, где-то маленькие бусинки добавляешь, но чтобы этот камень обязательно присутствовал, потому что он дополняет свойства, ну, соседнего камня. Здесь, конечно, требуется и мастерство, и вкус, и знания в области гемологии, науки о камнях. Вы удивитесь, но и сильная половина человечества обращается к мастеру за аксессуарами, обладающими особой энергией. Я очень люблю делать мужские браслеты. Это прям, ну, я не знаю, наверное, какую-то брутальность. Вот, различные формы можно применить. Без заказчиков мастер точно не останется. Людям обязательно во что-то верить всегда нужно. Вот, кто-то прям разбирается. Вот для разбирающихся и стремящихся к успеху и работает Анна Кобякова. Я нашла себя, я этим горю. И, как говорят, если ты стоишь на своем пути, у тебя все прекрасно складывается. Вот у меня пока все прекрасно складывается, и я иду дальше.